Всем привет! Здесь мы будем с вами водить вот такой вот пикап. Так, и проезжаем этого полицейского. Куда нам там надо, я не знаю. Здесь нам сюда. И, какой-то короткий путь получился. Вот мы уже и на месте. Так, вот нам еще надо пройти один уровень. Вот у нас пикап, так тихо разгоняться. Тут, кстати, на время. Это в среднем нам минуту дают на то, чтобы пройти уровень. Так, вот такая есть камера. Тут какие-то здоровенные ворота. Знаешь, что это за ворота такие открылись. Так, все, больше камер нет. Вот мы на месте опять. Так, а мы поехали дальше. Вот теперь у нас вот такой вот джип. Интересно выглядит. Так. Поехали, посмотрим, что у нас тут. Так, тут еще поворотники можно включать. Так, снова какие-то странные ворота тут. А тут сразу поналожили кучу полицейских лежачих. Ой-ой, надо чуть поспешить. Хотя, зачем? Вот. И финиш. Так, мы едем дальше. Какие-то уже лабиринты, что ли, пошли. Слишком высоко сделали, было чуть поменьше, точнее машины побольше сделать. Так, это что еще такое? Это эти циркулярки, блин, как бы вас проехать. Так, а тут не специально уступают, ну ладно. Так, поехали дальше. Всё, тут надо не только ехать, а еще какие-то препятствия проезжать. Как препятствия? Там уступают мне дорогу. Не особо это и препятствия. Так, флагбаунд сейчас должен сам подняться. И без проблем вообще добрался до финиша. Так, и снова у нас новая машинка. Пикап снова. Уже другого цвета. Так, ого, а это что такое? Так, контейнера какие-то стоят. Так, ну тут вообще без препятствий. Так, ну поехали. В принципе, все одинаковые, похожи эти уровни. По минуте нам дают. И такого сложного нет. Тихо, тихо. Чё не открываешься? Чё не открывается? И так ехать. Странно, зачем он тогда стоит там? Непонятно. Так, и вот я снова приехал.